здравствуйте, наши дорогие Бэйби Гоши. Вы на семейном канале. Как называется этот канал? Бэйби Го. Мы сразу вам объявим, что в конкурсе на название подписчиков никто не победил, потому что вы проголосовали за название, которое предложили мы. И теперь на канале на нашем наши подписчики называются Бэйби Гоши. Друзья, мы продолжаем начать интересные вопросы, а также озвучивать лучшие комментарии. Но также мы озвучим, что у нас в конце этого видео будет новый конкурс, так что мы советуем досмотреть до конца. Ну а сейчас мы переходим к лучшим вопросам и комментариям. Поехали! Ну, давайте сначала по традиции вопросы. Первый вопрос задала нам Дусянкин Лайф. Вы когда-нибудь ловили бабочек? Да, мы ловили с тобой бабочек. У нас даже сачок был, друзья. Мы пытались ловить сачок. А какую бабочку ты ловил? Капустницу. Давай, Дусянкин Лайф, передадим привет. Это наша постоянная подписчица. Дусянкин Лайф, привет тебе. Второй вопрос прислал мистер Нурсил. А какой у вас телефон? Ну, и у меня, и у мамы телефон Xiaomi Mi 5S. Мистер Нурсил, привет. Следующий вопрос прислал Санс Гастер. Это наш тоже постоянный подписчик. Какой у Дениски спиннер? Ну, он пишет, это шуточный вопрос. Дело в том, что пока мы не определились, покупать Дэну спиннер или нет, потому что мнения разошлись, есть ли польза от спиннеров, либо же ее нет. Пока что я вижу пользу только в мелкой моторике. Может быть, и купим Дэн. Да, подумай насчет спиннера. Но пока нет спиннера у нас. Давай передадим привет Санс Гастер. Санс Гастер, привет! Поехали, следующий вопрос. Вопрос от Нафиг Гоу. А вы планируете заводить еще ребенка? Конечно, рано или поздно мы планируем заводить ребенка, но пока что, к сожалению, у нас очень много работы, и думаю, что у нас просто не хватит сил и энергии воспитывать двоих. Нафиго, привет! Следующий вопрос задала Коди LPS Cat. А кто у вас самый активный подписчик? Наш самый активный подписчик на данный момент это The Best. Ну, она больше всех пишет нам комментариев, очень активно на нашем канале, и мы действительно можем ее вот сходу отметить. Поэтому передаем тебе привет, Коди LPS Cat, и The Best. Давай передадим. Привет. Следующий вопрос прислала Бенди. Ну, немножечко провокационный вопрос. Денис, кого ты больше любишь, маму или папу? Мы скорее у Дэна спросим, какие у тебя приоритеты? Кто на первом месте, кто на втором? Кто на первом? Кто у тебя на первом месте, папа или мама? Вот так вот, папа на первом месте, мама на втором, видимо. Давай передадим привет Бенди. Привет, Бенди! Следующий вопрос прислал Magic Big Family Super. Вы любите Поли Робокар? Ну, мы знаем, что такой мультик есть, но пока еще не смотрели, да, Дэн? Мы не в курсе, что такое Поли Робокар. Но привет передадим. Давай, парни с длинным ником, передаем привет. Привет! Следующий вопрос прислала Викусик Кисуля. Знакомы ли вы с другими видеоблогерами? Да, мы знаем одного видеоблогера, зовут его Александр Самсон. Можете погуглить, посмотреть, кто это такой, это эксперт по стилю. Викусик Кисуля, привет! Викусик Кисуля, да. Ну, это были все вопросы, теперь переходим к самым популярным комментариям. Итак, самый популярный комментарий к видео во вторник, к Лунтику, прислала Год девочка. Она набрала 8 пальцев вверх. Люблю Лунтика, я играла в эту игру. Давай передадим привет. Год, девочка, привет. Кролику под челленджем самый популярный комментарий нам прислал Дима Мастер. Он набрал целых 15 лайков. 15? Вот Дима Мастер. Дима Мастер там, да, у нас. И он написал. Зеленый. Напишите, люблю маму, кто любит маму. Даже мы написали. Да, да, мы же любим маму. Давай передадим Диме Мастеру привет. Привет, Дима Мастер. К субботнему ролику самый популярный комментарий был от Маши Салмановой. Это 7 лайков он набрал. Он набрал 7 лайков. Классно, я тоже себе сделаю. Это она говорила про самодельные краски. Давай Машке Салмановой передадим привет. Привет, Машка Салманова. И к субботнему ролику мы хотели выделить еще один комментарий. Вот этот. Его прислала Бамбуся. Я бы назвала цвет морской волны в балаклаве с барашком. Очень оригинально. Два пальца вверх, один из них наш.
Да, нам очень понравилось, и очень оригинально ты охарактеризовала цвета, не могли пройти мимо этого комментария, хоть он был не самый популярный. Так что большой тебе привет. Давай помашем. Привет. Ну а теперь перейдем к нашему новому конкурсу. Здесь вот изображена фотография видеоблогера, как вы видите. Условия участия в конкурсе – это быть подписанным на канал, поставить палец вверх данному ролику, поделиться этим видео с друзьями, ну и, конечно же, в комментариях написать, какой же видеоблогер изображен на данной фотографии. Мы выберем победителя случайным путем и в следующем ролике дадим ссылку на его канал и передадим привет. Так что дерзайте, все в ваших руках. Ну а мы с вами прощаемся. С вами был канал Baby Go. Ставьте нам пальчики вверх. Да. Подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы оставаться всегда в курсе наших самых свежих новостей. Конечно же, оставляйте свои комментарии, задавайте нам вопросы. Лучшие вопросы мы выделим и в следующем выпуске, как всегда, отметим на эти вопросы. А также пишите комментарии, делитесь видео с друзьями, чтобы они ставили пальцы вверх под вашими комментариями. И мы лучшие комментарии озвучим, передадим приветы авторам этих комментариев. До новых встреч! Пока!